жильцы. Он просто туда не едет, а на 9 вечера вообще не приезжает. И на 7, и на 6 с чем-то там утра тоже. Народ, надо в школу, надо потом выехать, а есть проблемы. Поэтому, чтобы влиять на этих перевозчиков, значит, от них надо быть независимым. Вот если власть так себя поставит, я думаю, что можно многие вопросы снять. Потому что тут вообще на Курчатова нет. Нет транспорта. Детям 15-4 гривни туда. Я не об этом.